В рамках СНГ появляется возможность для, скажем так, рывка вперед в экономическом сотрудничестве. Прежде всего, в настоящее время ведутся переговоры по заключению соглашения о свободной торговле услугами. А торговля услугами позволит построить на базе СНГ крупный центр услуг и нарастить взаимные инвестиции. Второе, то, что появляется возможность для вовлечения новых, то есть для углубления работы в рамках СНГ. Это, прежде всего, Узбекистан придает новую динамику своему участию в рамках СНГ. На саммите СНГ в Сочи президент Мирзиёев, как известно, заявил о том, что страна готова активизировать. И как раз-таки вот в работе, в разработке договора о свободной торговле услугами Узбекистан тоже принимает участие, здесь и Азербайджан принимает участие. Поэтому появляется такая хорошая основа для дальнейшего углубления. При этом, конечно, остается задача совершенствования договорной базы о зоне свободной торговли и устранения нетарифных барьеров. На пространстве СНГ сохраняются опасные очаги напряженности. Здесь я бы отметил ситуацию в Восточной Украине, в Донбассе. Дело в том, что в последнее время наблюдаются попытки сторон придать противостоянию более жесткий формат. И, в свою очередь, по перспективе договоренности между Россией и США и лидерами ЕС по поводу стабилизации остаются все еще иллюзорными. Другой вызов, он связан с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Мы помним, что в апреле 2016 года случилась самая крупная эскалация за последние десятилетия. Но, несмотря на договоренности о прекращении огня, инциденты между конфликтующими сторонами не прекращаются. Более того, на линии соприкосновения периодически проводятся масштабные учения с привлечением спецназа, с боевыми стрельбами. Поэтому эти как раз-таки точки напряженности, они могут привести к таким, могут стать точками раздора, яблоком раздора внутри содружества. Мы считаем это важной площадкой, и даже сейчас, после бархатной революции, которая случилась в этом году в Армении, ее высшее должностное лицо, руководитель нашей страны, премьер-министр Никол Пашинян, неоднократно заявлял, что этот вектор внешней политики интересен современной армянской власти, и что этот вектор будет развиваться достаточно интенсивно. Но для понимания отношения Армении к СНГ нужно иметь в виду, что мы согласны и последовательно выступаем за разноуровневое сотрудничество и интеграцию на постсоветском пространстве. Мы активные члены Евразийского экономического союза. Буквально неделю тому назад с большим успехом в Ереване прошла Евразийская неделя. Было 3100 зарегистрированных участников из 24 стран. Больше 200 журналистов освещали работу этого форума. Но кто уходит, уходит. Мы не можем быть судьей, кто уходит, кто остается. Но кто остается, конечно, внутри СНГ должен исходить из того, что эта разноуровневая интеграция в Евразийском экономическом союзе и в СНГ призвана взаимодополнять развитие. Понятно, что чем привлекательнее Россия для других членов этой организации, чем больше роста экономического развития России, чем больше она наращивает свою мощь и свое присутствие на просторах Северной Евразии, тем она становится привлекательнее для других участников СНГ. Мы посчитали, что каждый доллар экспорта в СНГ и в Российскую Федерацию в том числе дает несравнимо больше экономике, экономическому росту и гражданам социальной сфере в целом. Если до конца 2016 года, я хотел бы обратить этот момент, позиция руководства Республики Молдова была на 100% прозападной, то после того, как президентом страны всенародно был избран Игорь Николаевич Дадон, ситуация уже не является столь однозначной. Президент Молдовы принимает участие и в саммите руководителей государств, стран-членов СНГ. Под его непосредственным влиянием, в результате тех действий, которые предпринял Игорь Николаевич Дадон, Молдова приобрела статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, и в результате наметился определенный рост
2017 году экспорт в СНГ уже увеличился на 12%. Заметьте, после четырехлетнего его сокращения. Правильная вещь, совершенно высокотехнологичное энергетическое оборудование. Было то, что, опять же, в Советском Союзе много, что-то на бумаге, к сожалению, не успели внедрить, что-то, соответственно, на практике, тоже много из этого потеряно. Тоже, опять же, надо вместе, совместными усилиями искать средства. Талантов всегда было много на просторах бывшего Советского Союза. Главная задача – объединить те таланты, что остались, сформировать новой правильной политикой и избежать того, чтобы эти таланты уезжали в те страны, где пока некоторые считают, что они в большей степени могут пригодиться. И еще одна идея, которая прозвучала, это то, что нужно активно реагировать на вызовы, в хорошем смысле вызовы мировой экономики, мирового экономического развития, в том числе и на цифровизацию. И вот мы взяли это на вооружение, и в настоящее время готовится очень серьезный документ, я бы даже сказал пакет документов по цифровизации, по сотрудничеству наших стран в области цифровизации экономики. Он будет носить обязательно комплексный характер. В нем будет не только чисто вопросы ИКТ, и интернета, и, так сказать, цифровой среды, но и вопросы конкурентной политики в области цифровых платформ. Ну а в заключение я хотел бы не согласиться с апокалиптическими прогнозами о необратимости тех или иных процессов. Вы понимаете, о чем я говорю. Необратима в нашей жизни только одна вещь, а все остальные имеют естественное продолжение. И я бы хотел сказать, что пока состав СНГ остается таким же, Украина, конечно, резко сократила свое участие в работе ряда высших органов Содружества, но продолжается ее работа и представителей ведомств и бизнеса в таких органах отраслевого сотрудничества, как Совет по железнодорожному транспорту, Совет по связи, Совет по межгосударственный совет по стандартизации. Мы сегодня, когда затрагиваем некоторые вопросы, мы просто не охватываем весь тот спектр жизни, который есть сегодня в мире и который проходит рядом с нами. Когда говорят о СНГ как о разводе, ушло это понятие как о разводе. Сегодня, когда мы смотрим вообще региональное мировое сотрудничество, то сегодня в мире находится более 280 региональных экономических структур. СНГ одна из них, которая родила на своих просторствах еще другие. Вот о тех, о которых там говорили сегодня, о наших южноазиатских странах, там были всевозможные соглашения. Сегодня часть наших стран СНГ сотрудничает в восточном партнерстве и в целом рядом других. Они друг друга дополняют.